Welcome to The Colour of Money. 20 unique coloured cash machines. Each one ready to pay out anything from £1,000 to £20,000. Life-changing sums of money up for grabs. How much are you playing for? £60,000. £70,000. £80,000. 10 cash machines that could make their dreams a reality. I started. You stop it. Fingers crossed. As the cash increases, so does the risk. Don't stop. If they stop it in time, they bank the money. Stop! But if they get too greedy and the machine runs out of money, they risk losing the lot. The most stressful game on television. Stop! Every time we do this, there is a whole new surprise. Don't panic. My legs are still shaking. I thought I was going to faint. I can't cope. Oh, nail biting. These could be the most stressful few seconds of your life. This is The Colour of Money. Please. 20 машин. 10 мест. Сумма от 50 до 155 тысяч фунтов ждут наших игроков. И сегодня в нашей игре один участник попытается сделать это как можно быстрее и чтобы не наткнуться на сирены. С вами игра The Colour of Money, я Дмитрий Данилович, добрый вечер. Ну что ж, наш сегодняшний главный герой – это Владимир Абрамов. Владимир, добрый вечер. Добрый. Ну что ж, Вова, расскажи вкратце о себе тем, кто нас впервые смотрит. Ну, даже не знаю. Ну, ведущий игры «Вы счастливчик» на канале «Арвалер», который... Также еще временно замещаю Ивана Никишина в игре «Кто хочет стать миллионером». Ну, увлекаюсь телеиграми. Это, в принципе, все. Угу. Так, сейчас... О, все, да. Окей, let's find out how much money you'll be playing for. В этих картах варьируется сумма от 55 до 155 тысяч фунтов. Ну что ж, Вова, выбери, пожалуйста, одну из этих трех карт. Номер карты 1, 2 или 3? 3. Ваша целевая сумма сегодня 55 тысяч. Right, let's reveal the color of money. Играем в цвет денег. Now, remember, any one machine contains a number between 1 and 20,000. Мне нужно из них открыть 10. Если ты наберешь за 10 машин целевую сумму 55 тысяч, ты выиграешь. Если нет, то мы с тобой распрощаемся. Okay. In your own Все понятно? Time. В принципе, да. Ну что ж, мы начинаем игру. Выбирай первую машину. Номер 9. Девятая машина, это у нас какая? Почти okay. Девятая машина, это у нас... Лайв! Хорошо. Start the machine. Запомните, я запускаю, вы останавливаете. Запускаем машину. Стоп! Стоп! 10 тысяч в этом вы набрали. How much money Сколько денег было в этой машине? Давайте узнаем. Опа! Еще бы чуть-чуть, и вы бы нарвались на мину. 11 тысяч было в этой машине. Ну что ж, давайте посмотрим на небольшую статистику. После первой машины вы набрали 10 тысяч. 45 вам осталось набрать, 5 тысяч в среднем на одну машину. Продолжаем игру, выбирайте следующую машину. Окей, okay. Pick a color. Их 20, да? Да, вы уже одну из 10 возможных выбрали.
Тогда 19-я машина. 19-я, золотая машина, хорошо. Я запускаю, вы останавливаете. Запускаем машину. Не забывайте, что здесь может быть маленькая сумма. Вот что я говорил. Здесь могла оказаться маленькая сумма, и вот она оказалась. 1000 фунтов. В этой машине, но 0. 5625 в среднем на одну машину. Выбирайте свою третью машину. 15. 15-я машина, это у нас серая. Хорошо. I started. Запускаем машину. Сколько денег в этой машине? Давайте узнаем. Let's find out. Вы выбили вторую правую сумму. Вы выбили 12 тысяч из игры. Но вы набрали 10. 20 тысяч вы набрали, 35 осталось, 5 тысяч на 7 машин в среднем. Покажите нам сумму, которую вы выбили. Вот так интересно выглядят суммы на данный момент. Пока что еще 20-ка максимальная в игре. Четвертую машину выбираем. Прошу. Окей. Pick a color. Давайте зеленая. Зеленая. Хорошо. Не забывайте, что здесь может оказаться маленькая сумма. Запускаем машину. Были проиграны. Ой, ужас, дорогие друзья. Я этого никак не ожидал. Но игрок играет по-симметричному. 10-0, 10-0. Следующий, по идее, должна быть 10 тысяч. Но не будем забегать вперед, а просто давайте выберем пятую машину из 10 возможностей. Владимир, прошу. Окей, пик. A color. Есть тут коричневая. Коричневая? Коричневую мы выбрали. Давайте красную. Красную. Окей. I started. You stop. Запускаем машину. Я так и знал. Но сколько денег было в этой машине? Давайте узнаем. Время! Еще бы несколько сотых, и ты бы на разы проиграл. Ну вот, посмотрите, вот что я говорил. Игрок играет по симметрии. 30 тысяч игрок набрал, 25 осталось, 5 тысяч на 5 машин в среднем. Сумму покажите. Вот, вы выбили нижние и правые верхние, еще 1000. Пока что 20, 19, 18, 17, 17 с этим максимальной суммы в игре. Прошу, шестая, okay. Шестая машина. Pick a color. Давайте синюю. Синюю, окей. Синюю. Right. 5000 ставим на машину. Take your time. Запускаем машину. Владимир, 12 тысяч. How much money was in this machine?
Сколько денег было в этой машине? 18 тысяч было в этой машине. Ну что ж, статистику, пожалуйста, нам покажите небольшую. Итак, после 6 машин игрок набрал 42 тысячи. 13 тысяч осталось набрать. Игра, если сейчас Владимир найдет больше 13 тысяч этой следующей машиной, игра может завершиться досрочно, если он найдет больше 13 тысяч. Но игроку, возможно, сколько там, 300? Четвертый страйк игроку будет невозможен. Так что, Владимир, советую вам все-таки закончить игру, может быть, побыстрее. Так что никто не знает, что может ожидать в следующей машине, быть может, в последней. Прошу. Давайте серый. Серый. А серый уже выбран, к сожалению. Серебряный. Итак, если в этой машине больше 13 тысяч, игрок выигрывает. Запускай машину. Поступили. Вот тебе и первый страйк из возможных. Трех. 4 тысячи было выбито из игры. Но это пока еще можно. 4333 в среднем на одну машину. Прошу. Так, давайте... Сейчас, минуту. Ну подумайте. Джинджер. Хорошо. Я напомню, если в этой машине больше 13 тысяч, или там ровно 13, игрок завершает игру досрочно. Запускаем машину. Но не забывайте, что в этой машине может оказаться маленькая сумма. Запускаем машину. Стоп! Игрок сказал. 11 тысяч! Давайте посмотрим, мог ли Владимир завершить игру досрочно. Давайте посмотрим. Мог! 19 тысяч было в этой машине. Don't worry about what you've lost. It's about what you've now got. 2 тысячи игроку нужно набрать. То есть ему нужно сейчас просто запустить машину и сказать стоп, когда будет 2 тысячи. И тогда уже победа гарантирована. Кстати, машина в 2000 есть еще в игре. Так что, Владимир, вы уже, скорее всего, победитель. Right. Lots of luck. Take your time. Как только будет 2000, да? Запускаем машину. Как только будет 2000, сразу же останавливайте. Игрок сделал это! Поздравляю тебя, Вова! Ты выиграл 55 тысяч фунтов! Ты стал вторым победителем нашей игры! Я тебя поздравляю! Первым, конечно же, стал... Первый я, второй ты, Вова. Ух-ух-ух! Я, кстати, тоже выиграл 55 тысяч. Ну что ж, Вова, как твои ощущения? Ой, даже не знаю, я вот в такую игру первый раз играю, и уже почти как профи. Да, почти как профи. Так, 55 тысяч. Такое ощущение... Второй победитель игры. Сможет ли кто-нибудь повторить результат Владимира? Мы узнаем на следующей игре The Color of Money. Я, Дмитрий Данилович, прощаюсь с вами. Всего доброго! And if you want to test your nerve, just go to itv.com/color and play the most stressful game on TV. And talking of stressful, coming up after the news, a Rocky Mountains rescuer has a job on his hands. Cliffhanger is at 10:30. And on ITV2 next, guests galore in the Justin Lee Collins Show.